Магадан готов к возможной эпидемии коронавируса. В мэрии Колымской столицы провели внеочередное заседание по этому вопросу. Выступили работники Роспотребнадзора, Центра профилактики борьбы со СПИДом, а также представители фармацевтических компаний. По словам специалистов, все необходимые лекарства закупили. Для медицинских работников провели семинары, как правильно определять вирус и бороться с ним. Хотя на территории России инфицированных не обнаружили, специалисты держат ситуацию на контроле. На территории области расположено у нас два пункта пропуска через государственную границу. Это морской порт Магадан и аэропорт Сокол. Управлением пунктов пропуска проводится санитарно-карантинный контроль за состоянием здоровья пассажиров и членов экипажа. В ближайшее время для сотрудников скорой помощи и больниц проведут тренировочные занятия. На них медики будут учиться быстро определять инфекцию и госпитализировать пациента, если он заражен. В зоне риска – люди после 50 лет. Вакцины от болезни еще не изобрели, однако противовирусные препараты в аптеках быть должны. Мы сегодня послушали представителя Министерства здравоохранения области, руководителя центра СПИД Елену Алексеевну Дамерт. Они доложили о том, что все необходимые препараты в необходимом количестве в учреждениях здравоохранения города Магадана и области. Коронавирус пришел из Китая. К концу января зарегистрировали почти 8 тысяч инфицированных. Погибли от него более 170 человек. Также случаи заболевания зафиксировали еще в нескольких южных странах. По словам Юрия Гришана, Магадан готов к приходу коронавируса. В случае эпидемии к лечению пациентов привлекут не только терапевтов и педиатров, но и врачей других специализаций.